В Белгороде сегодня вручили именные стипендии Героя России Вячеслава Воробьева. Стипендия наряду с ректорской учреждена в Белгородском университете кооперации экономики и права. Познакомиться со стипендиатами отправилась наша съемочная группа. Студент второго курса товароведно-коммерческого факультета Никита Дудкин стал обладателем именной стипендии Героя России Вячеслава Воробьева впервые. Волнующую новость узнал накануне. Только вчера активист и отличник учебы вернулся с соревнований. Никита, победитель всероссийского турнира по кикбоксингу, неоднократно становился призером Кубка мира, чемпионата и первенства Центрального федерального округа. Большая честь, то, что лично будет вручать Воробьев. Особенно для спортсменов, то, что он будет Герой России. Думаю, к нему нужно подражать. Это моя первая стипендия, и мне очень приятно, что мои заслуги оценили, и я дальше собираюсь защищать честь университета. Высокой чести удостоилась и студентка четвертого курса факультета экономики и менеджмента Анна Лысенко. На счету этой хрупкой девушки много побед. Первое место по стрельбе из пневматической винтовки, первое место в лыжной эстафете в рамках спартакиады среди команд сельских поселений Белгородской области. На своем факультете Анна курирует волонтерский отряд «Добросердечье». Любая деятельность должна поощряться. И вот то, что такое в университете предоставляется, такая возможность, это очень важно, потому что студенты будут обращать внимание, будут замечать, что их поощряют, и будут продолжать действовать, поднимать свой вуз. Третьим, кто в этом году удостоился стипендии Героя России Вячеслава Воробьева, стал студент третьего курса юридического факультета Владислав Санин. Поздравить и вручить дипломы стипендиатам старший сержант ОМОНа Воробьев приехал лично. Хотел бы сказать слово благодарности преподавательскому составу за подготовку квалифицированных сотрудников, которые в дальнейшем трудятся во благо нашего города, области и всей нашей страны. Традиция награждать и поощрять активистов, спортсменов и отличников учебы родилась в университете в 2009 году. Тогда же руководство вуза решило за счет собственных средств учредить стипендию Героя России Вячеслава Воробьева, кстати, выпускника учебного заведения. Именная стипендия назначается на учебный год и выплачивается в размере 2000 рублей. Мы стараемся делать вручение этой награды в торжественной обстановке, потому что для ребят очень важно, что они получили эту награду из рук героя. Это очень влияет на воспитание духовно-нравственного, патриотического настроя наших ребят. А в наших условиях это очень важно. Также сегодня именно стипендии ректора и ученого совета БУКЭП были удостоены 6 студентов-отличников учебы. Олеся Веденеева, Евгений Северинов. К этому часу Белгород.